2010 году жители острова Шипан под Дубровником были взбудоражены новостью о том, что виллу Катина 16 века купил таинственный русский мультимиллиардер и друг Путина. Он обошел других претендентов – Романа Абрамовича и князя Монако Альберта II, и всего за 4 миллиона евро в придачу к ренессансному палаццо получил живописные 5 гектаров с оливковой рощей. Новый владелец объявил, что не только реконструирует ветхое здание, но и построит 5-звездные виллы для элитного отдыха. Местные жители, привыкшие к тишине и уединению, было возмутились масштабной стройкой, но инвестор быстро завоевал их расположение обещанием построить на острове центральную канализацию, электроподстанцию и сеть дорог. В обещание поверили даже местные власти Дубровника. За уважаемого человека замолвило слово бывший мэр хорватской столицы Власта Павич, позже возглавившая созданную им для управления недвижимостью компанию Микадо. Благодаря дружбе с таинственным инвестором, Павич в 2000-х была влиятельным лоббистом российских интересов в Хорватии. Именно он познакомил Павич с Георгием Полтавченко и Юрием Лужковым. Он же в 2007 году пригласил в гости к Павич без 5 минут президента России Дмитрия Медведева, 2 недели отдыхавшего с семьей под Задаром. Доверие к влиятельному инвестору было настолько высоким, что власти Дубровника не подписали с его компанией Микадо ни одной бумаги, закрепившей бы обязательства по строительству инфраструктурных объектов. Все необходимые разрешения были выданы в кратчайшие сроки, и к 2015 году рядом с реконструированным зданием старой виллы выросли еще 3. Общая площадь 4 вилл с 9 спальнями – 5000 квадратных метров. В отделке использованы самые дорогие виды мрамора, оникса и тикового дерева. В имении есть 3 люксовых бассейна – парикмахерский, массажный и спа-салоны, бильярдный зал, винотека, кинотеатр, 2 отдельных дома для размещения персонала, теннисный корт на крыше гаража и даже небольшая маслобойня. Всего инвестор вложил в строительство не менее 35 миллионов евро, а из обещанного островитянам появилась 1 дорога, и та только от деревни до имения. Таинственным русским мультимиллиардером, которому доверились островитяне, оказался Константин Голощапов, человек, который в России предпочитает держаться глубоко в тени. Константина Голощапова называют массажистом Путина, так же как Евгения Пригожина поваром. Пригожин, правда, никогда сам не готовил Путину, а Голощапов, возможно, ни разу не делал ему массаж. Но президент не боится повернуться к Голощапову спиной и съесть фуа-гра с имбирным пряником под сливовым соусом в ресторане Пригожина. Говорят, что санитар Мариинской больницы Голощапов еще в 70-х на сборах дзюдоистов помог Владимиру Путину избавиться от боли в спине после травмы. На татами Голощапов подружился и со своим будущим бизнес-партнером Аркадием Ротенбергом. В его клуб в середине 80-х он привел будущего лидера бандитского Петербурга Владимира Кумарина по кличке Кум. В ближайшем окружении Путина эти двое, Голощапов и Пригожин, имеют уголовное прошлое. Пригожин даже получил 13 лет за разбой, мошенничество и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Информацию о судимости Голощапова мы обнаружили в полицейских и банковских базах. Голощапов был тесно связан с самой влиятельной группировкой бандитского Петербурга – Тамбовской. Вот он вместе с женой Ираей Гельмуддиновой на юбилей своего друга, лидера Тамбовской ОПГ Кумарина. Вот почетный гость юбиляра от солнцевской братвы Сергей Михайлов по кличке Михась. За тех людей, с которыми и которые с ним начинали, ну, знаете, как сказать, упрощенно, с ним начинали вместе заниматься, может быть, бизнесом, там, еще ряд вопросами, которые занимались, то есть, как отстраивали все эти вещи. Но я немножко выпил, но это так и есть, да? В криминальных кругах Голощапов имел кличку Падре, за рано проявившуюся набожность. Кума и Падре, кроме дзюдо и, может быть, бизнеса, связывало еще одно увлечение – православием. Я благодарю вас, Константин Вениаминович, за то, что вы здесь сделали, можно сказать, на очень родной для меня земле. Пусть Господь хранит вас, помогает вам в ваших трудах. Именно они вместе с Георгием Полтавченко проложили дорогу на Афон для российской элиты. Теперь русское афонское общество – это почти масонское братство, закрытый клуб для чиновников и бизнесменов. У него 12 учредителей, ровно как апостолов. Так уж получилось, скромно заметил один из апостолов, генпрокурор Юрий Чайка. Среди мастеров афонской ложи – бывший премьер Виктор Зубков, Юрий Лужков, Владимир Якунин, Сергей Шойгу и покойный патриарх Алексей II.
Но, как выяснил ЦУР, духовный путь Падре начался не на Афоне, а у гостиницы «Европейская», где его в 79 году взяли за фарцовку древними иконами. Говорят, что в обмен на условное наказание задержанный пошел дальше по церковной линии, осведомителем КГБ. Так он сблизился со старым знакомым, будущим президентом России Путиным, и подружился с будущим губернатором Петербурга Полтавченко. К юбилею кума в 2006 году Голощапов уже был влиятельным петербургским бизнесменом. Вместе с Аркадием Ротенбергом он владел СМП-банком, строительным бизнесом и возглавлял в ГУП Росцентрпроект управления делами президента. Когда губернатором Петербурга был назначен Полтавченко, Голощапов получил негласный титул второго губернатора. В рейтинге делового Петербурга массажист занимает 57 место среди богатейших петербуржцев с состоянием 18,2 миллиарда рублей. Во многом успех Голощапова связан с тем, что он помогал уважаемым, но недооцененным людям продвинуться по службе и бизнесу. Как выяснил Центр управления расследованиями, пик активности решальщика пришелся на период с 1998 по 2005 годы. За это время он 338 раз слетал из Москвы в Петербург и обратно. Вот лишь несколько историй успеха, прошедших через руки массажиста-попутчиков. Через 5 дней после вступления Путина в должность президента Голощапов привез в Москву выходца из ленинградского КГБ Владимира Стржалковского, который через 3 месяца после полета занял кресло замминистра экономического развития и торговли. В дальнейшем Стржалковский сыграл важную роль в войне за Норильский никель между Владимиром Потаниным и Олегом Дерипаской. В 2002 году полет с Падре помог Игорю Чуяну войти в руководство в ГУП «Росспиртпром», а позже возглавить Росалкогольрегулирование. Водочный король Петербурга Александр Сабодаш вскоре после поездки с Голощаповым стал сенатором от Ненецкого округа. Всего, как посчитал ЦУР, попутчиками Голощапова в эти годы были 487 человек. Из них 167 получили назначение в администрацию президента, правительство, ФСБ, МВД, ФСКН, мэрию Москвы и другие госорганы. Еще 46 пассажиров стали крупными бизнесменами. Российским бизнесом в семье Голощапова сейчас занимается его жена и мать шестерых детей Ирая. Сам же Падре давно распространил свою миссионерскую деятельность за пределы горы Афон. Он много сделал для собора итальянского города Бари, откуда неоднократно вывозил в Россию мощи Деда Мороза, чрезвычайно почитаемого здесь святого Николая Чудотворца. А из России доставлял в Южный город многочисленных туристов-паломников. Даже местный почти обанкротившийся футбольный клуб он не оставил заботами, едва не уговорив братьев Ротенбергов купить его. Завершить очередное богоугодное дело помешали западные санкции. Не Господь Бог, на самом деле. В Италии Голощапова постигла еще одна неудача. В 2013 году его 21-летний сын Дмитрий стал владельцем 4-звездного отеля на Сардинии в историческом центре Кальяри и немедленно закрыл его для реконструкции. Но большим планам помешала то ли связь с подсанкционными Ротенбергами, то ли конфликт с собственным управляющим. Отель уже 5-й год стоит в лесах, оскорбляя эстетические чувства итальянцев и вызывая гневные статьи в прессе. Зато роскошь главной резиденции Падре, да что уж там, Микадо, императора, затмила другие палаццо на хорватском побережье. По нашей информации, там уже успела выпить шампанское Дом Периньон президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Вилла полностью готова к приему главного гостя, друга, покровителя и без 5 минут снова президента России. Одним из пунктов религиозно-развлекательной программы старых друзей может стать поездка на яхте к мощам святого Николая в Бари, куда от Шипана рукой подать, всего каких-то 200 километров. Но Божья милость и покровительство святого вскоре может смениться гневом и расстроить планы Падре. Дело в том, что свое имение он построил под видом 5-звездного отеля. Это позволило его компании Микадо использовать налоговую льготу и возместить НДС. Но, как заявила ЦУРу экс-глава Микадо, некогда мэр Загреба Власта Павич, свою виллу Голощапов никогда не собирался использовать как отель. Таким образом, по нашим данным, компания Голощапова уклонилась от уплаты налогов на сумму не менее 4 миллионов евро. По сути, Голощапов украл их у своей второй родины. В 2007 году по решению министра внутренних дел Хорватии он стал гражданином республики. С недавних пор на воротах виллы висит вывеска «Private Property», а сам Константин Голощапов переоформил имение на швейцарскую компанию. Однако Центр управления расследованиями всячески рекомендует Падре воздать хорватским мытарям должное, выбрать путь покаяния, чтобы вновь не пришлось вставать на путь деятельного раскаяния, а затем исправления, и в качестве жеста доброй воли все-таки построить обещанные жителям острова канализацию, подстанцию и дороги. Помогай, Господи.